Маленькие модели с большими возможностями. В Цивильском районе на несколько дней съехались мастера воздушных виражей. Чемпионов и любителей авиамодельного спорта вот уже четвертый год подряд собирает фестиваль с необычным названием «Чумотары». В небо свои авиакопии пилоты запускали над старой взлетно-посадочной полосой. Подробнее Дмитрий Ковалев. Проверка всех приборов двигателя, дозаправка и короткий инструктаж. Только после этого модель выдвигается на взлетную полосу. Сначала пульты управления в свои руки берут профессионалы и чемпионы. Секунды разгона, и самолет поднимается высоко в небо. Такое не снилось даже участникам французского Лебурже. Авиакопия с легкостью уходят в пике, делают бочки, петли и зависают над землей. Некоторые модели на этом фестивале даже в руках невозможно удержать. Размер имеет значение и здесь. Внутри деревянного каркаса электроника, мотор и бензобак. Чем больше самолет, тем сложнее его посадить. Крушение модели во время полета – привычное дело. Пилоты со стажем поломку устраняют быстро. Самый необходимый инструмент в их арсенале – обычный клей. Ремонтирую площадку шасси, стоек шасси. То есть не совсем, ну, жесткая посадка, грубо говоря, была, и все, вот ремонт. Но это поправимо. То есть через пару часов этот самолет в небе уже будет. На других посмотреть и себя показать. Некоторые участники выставили на показ точные копии реальных самолетов. Правда, размером они в десятки, а то и в сотни раз меньше. После выступления чемпионов соревнования на точность и скорость. На старте гоночные модели. Свое название фестиваль «Чумотары» уже давно перестал оправдывать. Раньше на одном поле собирались участники из Чувашии, Мариэл и Татарстана. Начальные буквы этих регионов и легли в основу бренда. Сейчас география расширилась. Свои модели в этом году привезли даже москвичи. Правда, название не изменилось. Этот уровень, который в этом году показывают «Чумотары», очень достоин российского уровня. Только отсюда, с высоты полета самолета, можно оценить весь размах фестиваля. Авиамоделями гостей из Елабуги интересуются даже силовые структуры. Недавно с помощью камеры, которую установили на фюзеляж, удалось обнаружить лесной пожар. Авиамодельный спорт для некоторых больше, чем просто хобби. Вот этот самолет позволяет летать до 50 километров. При этом он сразу в онлайн-режиме передает картинку нам на землю. Мы все в пределах вот этих 50 километров можем всю территорию мониторить. На этом фестивале модели тоже помогали, правда, завоевывать награды. Этот вид спорта с каждым годом набирает популярность. В следующем году заброшенная полоса на окраине Цивильского села вновь оживет от гула самолетов. Желающих приехать сюда становится больше. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.